Доброе утро, наши уважаемые подписчики и зрители. В Воронеже июль, жаркий июль, 6:30 утра. Тишина необыкновенная и как раз время поговорить о тех цветах, которые радуют садоводов и цветоводов именно в июле. Речь пойдет сегодня о лилиях. Июль, лилии, легко запомнить, месяц цветения. Но слово лилия – это не только название прекрасного цветка, это еще и женское имя. И наш сегодняшний разговор о моих лилиях будет как раз идти в контексте развития женщины из девушки в зрелую женщину, ну и потом совсем опытную. Вот смотрите, если перед вами стоит 15-летняя нимфетка, скажем так, она, конечно, в своем роде красива, да? Но она еще угловатая, и в женщину она еще не превратилась, даже в девушку в прямом смысле слова. Если же эту же девчонку вы увидите в 18-19 лет, это будет совершенно другая картина. Это гордая красавица, несущая себя миру. И взрослая женщина, женщина опытная, это тоже из этой же девчонки, это тоже совершенно другое. Так и лилии. Век их жизни в наших цветниках долог, ну, до 10 лет растут лилии на одном месте. Они сначала как нимфетки робко вступают в жизнь и радуют нас своим цветением, затем они превращаются в прекрасных девушек, прекрасных леди, и, наконец, они превращаются в опытных женщин, они немножечко становятся мельче, и их надо будет выкапывать, чтобы дать им новую жизнь. Так и лилии. А традиционно в июле вы смотрите видео про лилии в моем цветнике. Лилии я люблю, вы это уже поняли. И каждый год я добавляю в свой цветник новинки. И сегодня мы пройдемся по моим лилиям еще раз. Я вам покажу новинки, они еще в возрасте нимфеток. И покажу вам прекрасные лилии, которые себя проявили в полной силе. Вот я сижу здесь возле роскошного куста лилии сердца Лондона. Она здесь на этом месте 5 лет, уже не меньше, а то и 6. И ну, еще пару лет ее тоже надо будет выкапывать и пересаживать. А вот здесь передо мной, вы помните, росли прекрасные лилии Gigantum Regale. Простите. И их здесь уже нету. Они в прошлом году дали мне понять, что Вера, хватит, нас надо пересаживать на новое место и возрождать к новой жизни, что я и сделала. И так мы сейчас будем гулять и смотреть на мои лилии. Это знакомая вам лилия по прошлому году, называется она «Закат в Авалоне». И если в прошлом году я вам ее показывала, и на ней было, кажется, 5 цветов распустившихся, то в этом году смотрите, какой роскошный букет. Даже еще вот остались бутоны. Закат в Авалоне, ну, 15 бутонов точно формирует лилия. И посмотрите, какие они красивые. Вот там один, я уже даже вижу, внизу отцвел. Мы его срежем, он нам не нужен. Ух, и срезала не тот. А, ну здесь кусочек был отцветшего. Вот он, закат в Авалоне. Прекрасная лилия. Светлая середина, а потом идет такие вишневые всполохи, как бы закат, да, и желтые краешки бутона, цветка. Ну и пестики длинные, конечно, они пылят. Если хотите срезать букет, их придется вам удалить. Это закат в Авалоне. Эта прекрасная лилия цветет второй год. И я очень рада, что, смотрим вниз, она дала отростки, и они уже тоже расцвели. Вот такой она была примерно в прошлом году, чуть повыше. А сейчас ее высота 1,20 м в цветущем состоянии. Но она растет сзади роскошного куста сердца Лондона, который чуть выше, 1,40 м, 1,50 м. И посмотрите, сколько он уже сформировал мощных цветоносов. Но, к сожалению, сердце Лондона уже немножко отцветает. Я его сейчас тоже буду срезать. Специально не срезала, чтобы вам показать, зачем и как это делается. А, кстати, сердце Лондона и здесь растет в полутени. Ну, вот сейчас, видите, совсем тень, я вышла утром. А днем здесь жарко и солнце, и она меняет свой цвет. В начале цветения она была
немножечко темнее, вот сейчас стала такая светлая. Это закат в Лондоне. А это перед вами также прошлогодняя лилия Purple Prince. А вот он такой высокий, где-то 1,70 м в нем. А вот рядышком в бутоне еще, сейчас я вам покажу поближе, она ниже намного, здесь больше тени, Purple Lady. Она еще в бутоне, красоты мы не увидим, но они похожи между собой, но вот только я их различаю по высоте куста. Расцветут тоже на них в этом году гораздо больше бутонов. Эти бутоны набиты, такие насыщенные цветом. Ну, посмотрите, это ж просто залюбоваться можно. Вот эти лилии, превратившиеся в прекрасную девушку лет 18. Как и у женщин, у них свой возраст. Вот они цветут второй год. Это вам лилии известные. Ну и вот Red Twin, между ними, не между ними, а рядом с ними лилии Red Twin. Я их вам тоже в прошлом году показывала. Они еще ниже, даже, по-моему, сантиметров 90. Они тоже цветут, но уже доцветают. Как видите, их уже осталось всего 3 штучки. Вон один бутончик. Было много. Я их срезала на каждый по 3-4. Красивая, ярко насыщенная красная лилия. Я ее тоже вам в том году показывала. Когда мне приходится высаживать новинки лилии, а делаю я это практически каждую осень, не могу терпеть, да и весной подсаживаю, выписываю себе новые луковицы, то всегда задаешь вопрос, ну где же посадить лилию так, чтобы это было красиво? Ну и вот прошлой осенью свои любимые гигантум регали я пересаживала. Вот они теперь в этой чайной клумбе, как я ее называю, она вам известна. Ну из чайного здесь лаванда, мелисса и еще несколько названий. Мы сегодня говорим о лилиях. И вот посмотрите, мне кажется, удачное сочетание. Здесь также у нас злаковые растут, у меня вернее. А вот на переднем плане перовские лебедолистные. Я вам уже про нее говорила, редкая гостья в наших садах. Она еще не цветет, но она достаточно высокая, и она будет нас радовать фиолетовым цветением. А дальше пенисетум лесохвостный, роскошный куст, и сзади него растут лилии. Белые огромные колокола — это гигантум регали. И дальше новинка лилия. Она уже, к сожалению, пока я собралась снимать, отцветает. Там осталось 2 цветка, я ее разверну, посмотрим. Восточная лилия, красавица. Ну вот смотрите, гигантум регали. От слова гигантум, естественно, это должен быть огромный куст. Таким он и будет, но только на следующий или еще через год. А сейчас от слова гигантум здесь только огромные чаши распустившихся, блюдца распустившихся бутонов. Сейчас поближе покажу, почему я выбрала именно такое сочетание. А дело в том, что лилия, мы уже говорили, она на первый год будет ниже, да? А потом она будет расти, расти и достигнет своих размеров на второй, третий, а то четвертый год. И поэтому мне здесь совершенно спокойно. Пенисетум сейчас и другие злаковые, вот там сейчас подойдем к хасмантиум, кустик посмотрим, с той стороны широколистный. Их время не лето, их время осень. А сейчас они только имеют яркую зелень насыщенную, и лилии цветут. А когда лилии отцветут, вид у них будет неприглядный, да? И нам придется потерпеть, и мы чем-то стараемся замаскировать лилию. Вот как раз здесь злаковые ступят в силу. Они начнут цвести и отвлекут внимание от совсем непривлекательных к осени лилий. Поэтому прекрасное сочетание. А сейчас вот тоже прекрасно, но солируют в этом цветнике лилии. Давайте посмотрим их поближе. Сейчас высота лилии моих гигантум 80 сантиметров.
И они вот некоторые цветут, некоторые в бутонах стоят еще, вот посмотрите, покачиваются на ветерке. Это моя любимая лилия. Да, еще у лилии есть такой показатель, как сила аромата. А у этой лилии сила аромата просто зашкаливает. Сейчас утро пахнет, а вот когда вечером здесь сижу я в кресле, то это просто дурманящий аромат. Даже если поставить такую лилию в спальне, я бы не советовала, просто можно задохнуться. Ну, а на воздухе, естественно, аромат расходится и очень-очень красиво получается. Ну, полюбуйтесь, ну, полюбуйтесь. Ну, это же просто 20 сантиметров ширина, 20 сантиметров лилии. Ну, пыльники, конечно, самое что ни на есть пыльники. Но ее я не срезаю, потому что сильный аромат, и они пахнут здесь. Пока что по 3-4-5 бутонов было. Вот они, распустившиеся красавцы. Это гигантум регали. Еще раз говорю, это мои любимые лилии в цветнике. Хотя лилии обожаю все. Давайте посмотрим с другой стороны. Strawberry Event. Вот, кстати, сказала А, надо говорить Б. Хасмантиум широколистный, хоть он и не в теме ролика, но тем не менее. Посмотрите, это злаковый куст. Он еще маленький, и вот уже он выбрасывает метелку, которая будет красиво цвести, красивые сережки такие будут розовато. И вот такие широкие листья. Кустику второй год, и он в этом году уже красивый, хотя еще не цветет, а осенью это будет просто великолепное зрелище. Итак, идем к лилиям. Вот моя новинка, Strawberry Event, восточная лилия. Уже я срезала 2 цветка, они отцвели, вот осталось 2, было 4. Но посмотрите, но чем не красавица? Конечно, она уступает в размерах гигантум регали, но тем не менее, пыльники на месте оранжевые, темно-оранжевые. Веснушчатая такая серединочка и розовый, даже не знаю, персиковый ярко насыщенный край. Ну, она практически не пахнет, хотя, может быть, ее аромат затмевает гигантум, не знаю. Но красивая, необыкновенная. Вы знаете, она из ранних, она расцвела первой из моих лилий. И любовались ею не только я. Но эти бутоны, не знаю что, у меня все записано, не будем говорить. Вот такая красавица. Я очень рада этому приобретению. Да и цвет она вот в гигантум тут хорошо вписалась. Сочетание цветов получилось. Итак, это восточная лилия. Strawberry Event, красотка, такие плотные лепестки. Неплохо сочетаются лилии и с хостами. А здесь сейчас будет солнышко целый день, и часа в 3 здесь начнется тень, будет тень. И вот здесь у меня посажены 3 лилии, я их посадила этой весною. Они еще в возрасте нимфеток, как мы говорили. А вот эта лилия, она еще, к сожалению, вам ни о чем не будет говорить. Но она называется Камсберг, будет белая. Здесь на ней 1, 2, 3, 4 бутона всего. Называется она Бомбастик или Бомбастик. К сожалению, с ударением я тут не могу ничего сказать. Да и солнце уже заходит. Но все равно огромные бутоны до 10 сантиметров в длину. И они уже потихонечку распускаются. И вот третья лилия новинка. Она называется Гуапа. Один цветок остался. Вон там, видите, 4 уже срезала. Было 5 цветков красивых, таких вот ярких. Даже на солнце она как-то матовая, что ли, становится. Ну, необыкновенная, но, к сожалению, аромата здесь нету. Ну вот на следующий год будем ждать. Эта красота будет, конечно же, хочется верить, еще краше. Это гуапа. И, наконец-то, мы дошли к еще одной лилии, которая появилась в этой клумбе этой весной. Я посадила ее в апреле. Называется она Lotus Elegans. Это тоже восточная лилия. Тоже она с крапинками, но она махровая. Я много-много лет хотела и мечтала иметь махровые лилии. И заказывала их не раз. Ну вот, как-то они то ли заканчивались, но не было их у меня. И вот, наконец-то, Lotus Elegans появился у меня. А сейчас он, кустик этот маленький, высота его 60 сантиметров. И на нем было 3 бутона. Один уже отцвел.
ушел, я была на работе, это были будние дни, осталось два. Но тем не менее, вы посмотрите, это что-то, ой, ни с чем не сравнимое. Во-первых, цвет, сиреневый цвет. Я бы не сказала, что она супер махровая, но тем не менее, серединка у нее такая светло-светло-салатная. И, естественно, как у всех восточных, крапинки. Веснушки, да, ну просто прелесть. Лотус элеганс. Я очень надеюсь на эту лилию. Ну посмотрите, ну это что-то. И что она вырастет здесь, место хорошее, и будет нас радовать в дальнейшем большими махровыми цветами. Ну, пахнет она, не знаю, тут рядом гигантум регали растет, и ничего мой нос не чувствует, хотя, видимо, перебивает аромат гигантума. Тем не менее, Лотус элеганс вот меня порадовал. Я думаю, что вас тоже. А теперь вот будем говорить о чем? О том, что через 2-3 недели лилии отцветут. Что же делать дальше? Ну, во-первых, работа с лилиями продолжается и в тот момент, когда они цветут. Вот мы опять подошли к сердцу Лондона, к лилии красивой. Вот смотрите, я думаю, что видно. Вот так, давайте посмотрим. Ага, все нормально. Вот она растет, бутоны отцветают, и появляются вот такие вот палки, будут тут семена. Зачем они нам нужны? Мы их просто срезаем. Конечно, колготиться с этим и неохота, да и жарко. Но, тем не менее, если вы хотите перед кем-то, да и перед собой лично порадоваться и показать эту красоту, вы, конечно же, приведете в порядок и срежете их. Зачем вам нужны семена? Мы с вами не селекционеры, это нам ни к чему. Итак, лилия будет показывать себя красиво во все время цветения. А эту я не буду выкапывать, пусть еще годик порастет. А теперь пойдем к тем лилиям, которые я точно буду выкапывать. Я вам не скажу название этих лилий, они у меня здесь больше 10 лет уже, по-моему, растут. Я тогда не так увлекалась названиями, не помню одним словом, но в этом году я ее отсюда буду убирать. Она уже разрослась, мало того, что я весной все то, что взошло, новые побеги повыдернула, вот ее я буду убирать, поэтому на ней сейчас и буду показывать. Вот она отцвела, да? Это надо все срезать, чтобы не было вот этого некрасивого вида. Все очень легко. Подходим. Не мудрствуя лукаво, я вот так собираю по несколько и срезаю. Но срезаю на не совсем, а скажем, 1/3 высоты я оставляю. Для чего? Выкапывать мы ее будем через месяц. Когда уже листва будет никакая. Не очень все это приглядно будет, но это время дается лилии для того, чтобы, вот все мы срезали, чтобы ее луковицы набрали силу. Мы их будем выкапывать. Вот в таком виде она сейчас еще красивенькая, да, зелень. Потом это будет уже не очень зрелище, но там у меня растут однолетки красиво, они ее затенят с бутонами. Остеоспермум прохлада у меня растет рядышком кустик. Видите, и перед выкапываем, не ем, как и у гладиолуса, лилия, луковица должна набрать силу. Вот она в таком виде ее и будет набирать. А где-то в начале августа мы ее будем выкапывать. Потом она месячишко полежит, и в сентябре можно будет сажать на новое место. Вот такой сейчас уход после цветения. И всегда вы задаете вопрос, ну как же вы ухаживаете за лилиями, чем удобряете? Но на самом деле не все так сложно. У меня, в частности, сейчас я, наверное, усядусь на свое место и немножечко поговорим об этом. Итак, ранняя весна, еще лежит снег. Мы всегда с Володей проходим по цветнику и посыпаем прямо по снегу мочевиной. Далее снег сошел, началась весна, все буйствует, бушует, цветы набирают бутон. И я вам уже, кажется, показывала видео в этом году, есть такое прекрасное средство из органического живого земледелия в маленьком пакетике, продается в фикс прайсе в магазине в этом году, стоит там копейки, оно называется бутон, там даже лилия нарисована. Вот этим раствором
сделала раствор самоудобрения сыпучее, я полила лилии на бутоне. Один раз. Далее два раза, пока бутоны набирали силу, уже была готова бродилка травяная. Она у меня настаивается с золой и навозом. Два раза полила. Все, сейчас лилии цветут, им никакое удобрение я не даю, никакой подкормки. А вот когда они отцветут, и я их срежу, как я вам показала только что, там придется уже опять удобрить луковицы, которые останутся в земле. Там я тоже снимала видео, кажется, позапрошлый год, показывала подробно. Но там уже нам нужен будет суперфосфат. И все, дальше они уйдут в зимовку, ну и весной все по новой. Как видите, ничего сложного, ничего обременительного. Но это, так сказать, быстро. А на самом деле все лето, весь сезон, от весны до осени, любое растение, будь то цветок, овощ или фрукт, требует постоянного ухода. И мы это делаем, и только при таком условии лилии, да и все остальное показывают себя в полной красоте и в полной силе. Вот, ну посмотрите, закат в Авалоне, сердце Лондона и так далее. Мы прошлись, посмотрели. Поэтому лилии приносят радость, как и все цветы, впрочем. Выращивайте, ухаживайте, и, как говорят, будет вам счастье. Красоту вы получите, это точно, да еще и при этом аромат и всякое-всякое наслаждение. А самое главное, будьте здоровы. Спасибо вам за внимание. От нас с лилиями. До новых встреч на даче без фанатизма.